бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Елена Степунина, на протяжении нескольких месяцев боровшаяся с раком, сделала важное заявление. Звезда телепроекта объявила об окончании лечения. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Елена Степунина обратилась к многочисленным подписчикам с очень важной новостью. Сегодняшняя дата оказалась важна для Елены по нескольким причинам. 29 декабря 2017 года. Сегодня моему мужу исполнилось 25 лет, и сегодня закончилось мое лечение, объявила Степунина. Однако Елена немедленно оговорилась. ТССС поздравления пока не принимаю, официального подтверждения моего выздоровления нет. Но это все на бумажках будет скоро, чувствую, пообещала звезда скандально известного телепроекта «Дом-2». Далее Степунина подвела итог времени борьбы с онкологическим заболеванием. Ровно 9 месяцев. 9 месяцев ада. 9 месяцев плохого самочувствия. 9 месяцев нервных срывов и слез. 9 месяцев, которые показали who is who. 9 месяцев страха. 9 месяцев добра и заботы. 9 месяцев поддержки в минуты печали. 9 месяцев, которые перевернули мою жизнь. 9 месяцев, за которые я стала другой, написала Елена. Теперь бывшая участница телестройки полна планов. Так, на Новый год девушка со всей семьей намерена посетить родственников в Краснодарском крае. Потом и мое ДР. А уже потом обследование и воплощение в жизнь моих рабочих задумок, сообщила Степунина. Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на объявление. Хоть бы все хорошо было у вас. Тьфу-тьфу-тьфу, с наступающим. Только вперед. Леночка, желаем скорейшего, полного выздоровления. Счастья тебе и твоей семье в новом году. Запятая, Леночка, я так рада за вас, обещала выпить за вас бокал грузинского, но выпью французского. Прокомментировали новость пользователи сети.